Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 августа. И вот оббирая свои томаты, хочу еще вам один порекомендовать сорт. Именно тем, кого интересуют ранние томаты, кого интересует получение урожая в конце июля, в начале августа, без применения теплицы, именно в открытом грунте. Вот видите, сейчас я подошла к сорту «Москвич». Он у меня высажен в открытом грунте. Я вот его начала отбирать. Потом вспомнила, что я вам его еще не показывала. Я сама нашла этот сорт только в прошлом году. Номер 141 у меня в каталоге. Теперь он поселится там навсегда. Сейчас объясню, почему. Потому что он такой же, как Демидов. Это именно толстоногий, очень выносливый сорт. Прекрасно дает урожай в загущенном виде. Завязывает плоды в неблагоприятных условиях. Вот видите, он у меня высажен без теплицы, без каких-либо там подогревов. И в конце июля он уже был весь в плодах, в спелых. Я уже нижние кисти оббирала. Вот сейчас, перед тем, как обснимать его вообще до лысого, я хочу вам показать. Даже сейчас видно, хотя он уже был немножко пообщипан мной, какой он урожайный и как много на нем плодов. Да, он штамбовый, он детерминантный, плоды небольшие, до 100 граммов, обычно 50-80 граммов. Но для тех, у кого короткое лето, для тех, у кого холодное лето, мне кажется, люди будут рады и таким небольшим плодам, потому что он все равно мясистый. И вот у меня нынче жарко, сегодня вообще 34 градуса, представьте. И у меня даже вот эти все ранние скороспелые сорта вызрели такие сладкие. Но если их, конечно, дождаться до спелости, до хорошей. Но вот видите, там некоторые у меня даже уже полопались, давно я их не снимала. Вот сейчас те, которые самые спелые, конечно, они будут с наивысшим содержанием сахара. Но даже если он будет не совсем сладкий, даже он будет, если с ноткой кислинки, неужели вы думаете, что дети откажутся от свежих томатов, которые поспели у вас в открытом грунте? Без всяких там, еще раз скажу, что он неприхотливый. Вот этот вот я почти не посынковала. Я только когда начали, ну, сформировались кисти и начали уже немножко как... Ну, видно, что они скоро будут спеть. Я просто убрала все нижние и лишние вот эти пасынки, которые не вызреют. И вы видите, что я сейчас убрала все листья, потому что я хотела ускорить созревание его. И убрала верхушки, потому что я мелкие томаты, вот эту мелочь за пупушки, я не собираю. Я собираю... Ну, снимаю их для того, чтобы были семена крупные. Видите, верхушек у них нет. Я все верхушки удаляю, чтобы мелочь не оттягивала на себя. Но вы можете, если вам все равно мелкий он или крупный, его можно оставить. Еще ведь август у нас впереди. Он может еще потом помельче плоды вызреет. Что-то в зеленом виде снимите. Вот, ну, я, короче, делаю так, потому что мне нужны только крупные, вот такие отборные. Вот я сейчас их все обснимаю. И пойду, когда выпотрашивать семена из них, я вам обязательно сделаю дегустацию, я попробую его, и я вам расскажу. Ну, сорт «Москвич» вот этот, это для меня было открытие прошлого года. Если из крупных мне понравилась «Загадка природы», то вот из этих мелких мне очень понравился вот этот «Москвич». Именно что неприхотливый, рассада не вытягивается, можно выращивать загущенно, можно за ним вообще не ухаживать. Все, до свидания. Номер 141 в каталоге «Москвич». Рекомендую всем, у кого не очень хороший климат.